ребята, здравствуйте. Кажется, это случилось. Мой брат Опел смог захватить власть в мире. Я в плазменной тюрьме. У меня мало времени. Надеюсь, ученики студии мультипликации Лёпа победят моего брата Опела. Я захвачу власть в этом мире. Лёпа больше мне не помешает. Балди, иди сюда. Да, мой повелитель. Отправляйся к ключнику. Я телепортирую тебя. Это особенная комната. Туда можно попасть только из студии Лёпа. Но я все устрою. Скажи, что ты друг Лёпы. Оттуда попытайся попасть в королевство Убории. Нам нужно захватить власть над тем королем. Он обессилел. Благодаря моим чарам ты легко сможешь стать поваром у него на кухне. Готовь отвратительную еду. Он будет в бешенстве и согласится перейти на мою сторону. Ключнику заплати. Хорошо, король всех королевств, властитель Опел. Доброго дня, хранитель ключей, который проводит королевство. Здравствуй, незнакомец. Я из студии Лёпа. Мой друг Медведь послал меня к королю Убории. Важное поручение. Вот плата. Раз ты здесь, ты не можешь быть злодеем. Сюда можно попасть только из студии Лёпа. Хорошо. Благодарю вас. Слава Опёлу. Что-что? Я не расслышал. А, впрочем, не важно. Ребята, как у вас там дела? Нормально. Егор, Ваня, занятия закончились? Да. Тимофей, пойдем домой. Мы уже собираемся. Осталось еще чуть-чуть. Почти закончили. Одну минутку. Все, уже идем. Ребята, что с вами случилось? А? Что? Что произошло? А? Все пластилиновое! Посмотрите на себя! Нужно выбираться. Ребята, посмотрите на выход! Быстрее туда! Дверь закрылась и стала пластилиновой. Что же могло случиться? Родители, где вы? Так-так, кто тут у нас? А? Кто вы? Мы только что сидели в студии мультипликации Лёпа. Создавали мультфильм. И вдруг сами попали в мультик. Я хранитель ключей. Васёк, я охраняю двери. Они есть вход в разные королевства и фигурок. Что? Ну как это возможно? Мы люди, мы лепим. Вы что, думали, что все, что вы слепили, так и остается на полочках? Существует параллельный мир, где все мы оживаем. Но если вы тут, значит случилась беда. Лёпа предупреждал меня о своем брате. Это его противоположность. Опёл. Значит, все-таки он смог захватить мир людей и сделать его пластилиновым. Я пропустил в королевство Упорий врага. Поспешите. Хотя у вас ведь нечем платить. Я не могу вас пропустить. Привет, ключник. Король в бешенстве. Что-то страшное случилось. А вы кто такие? Вы знаете путь? Ну да. Держи, хранитель. Плата за всех. Надеюсь, они помогут королю. Я как раз поведал им ситуацию. Кажется, Опел захватил Лёпу, и все превратилось в мир пластилина. Что ты говоришь? За мной, друзья Лёпы! Поторопитесь! Вот
Вот это приключение намечается. Почти все жители королевства Упория окаменели. В них нет энергии Лёбы. Почему Упория? Мы уже и не помним. А, что происходит? Где я? А, кто ты? Я ключник. Помогаю попасть в нужное королевство. Как я понял, ты ученик студии мультипликации Лёпа? Да, но что произошло? Почему я пластилиновый? Злодей и противоположность Лёпы, Брат Опёл, захватил мир. Но ему можно помешать. Поторопись. Твои друзья только что прошли в королевство Упории. Слуга короля заплатил столько, что можно провести еще нескольких. Проходи и найди своих друзей. Спасибо. О нет! Стой! Это не та дверь! Постоянно их путаю. Нужно было перекрасить дверь в королевство котов. Так, нужно найти короля Упорий и моих друзей. Король ждет в замке. Кажется, я каменею. Не могу пошевелиться. Скорее, ребята, пойдете внутрь. Хорошо. Слуга! Что этот новый повар опять наготовил? Я не буду это есть! Ваше Величество, мы не знаем, что делать. Все повара, кроме него, окаменели. Как так? Я хочу есть! Привет! Опёл побеждает. А ну, иди сюда. Опёл лучше. Кто это сказал? Где Маида? Ты! Кто ты такой? Твое управление закончено. Упорий первый. Вас захватил Опёл. Это мы еще посмотрим! Ну вы кто такие? Новые повара? Шоколадка, иди в магазин сходи. Ну, кто вы? Мы друзья Лёпы, мы хотим тебе помочь. Отлично! Сделайте так, чтобы этот повар приготовил мне вкусной еды. Вам на кухню. Хорошо, мы поняли. Ну что, Лёпа, готов признать поражение? Брат, остановись. Баланс между мирами нельзя нарушать. Да мне все равно. Я теперь повелитель вселенной. Одну из твоих учениц, Настю, я уже взял в плен. Остальные ученики мне подчинятся. До встречи. Надеюсь, Саша, Тима, Егор, Ваня и Максим справятся с ним. Уверен, Настя найдет выход. Опёл. Как же мне выбраться отсюда?